Когда-то отмененный 59-й маршрут вновь заработал в Ульяновске. С начала апреля по маршруту кондитерская фабрика «Волжанка», улица Подлесная, начали курсировать 10 новеньких автобусов «СИМАЗ». Путь охватывает железнодорожные, Засвияжский и Ленинский районы. Автобусы проезжают главные транспортные артерии города – проспекты Нариманова и Гая, улицы Радищева, Минаева, Спасскую. Однако, как писали жители в социальных сетях, маршрут не заезжал на улицы Промышленную и Шолмова, что совсем неудобно для пассажиров. К мнению жителей, прислушались. 59-й маршрут мы запустили 17 апреля. Пока он ездит в тестовом режиме, мы мониторим трафик данного направления. Пока мы видим среднюю загрузку, но уже получаем положительный отзыв от населения, поэтому мы всегда держим руку на пульсе. За работой маршрута следят ревизоры. Смотрят время прибытия автобусов на остановке и количество пассажиров. Отмечают, что с каждым днем популярность маршрута растет. От этого будет зависеть и количество автобусов. Их могут увеличить до 20. Намного ситуация сейчас улучшилась. И 20-й стал чаще ездить, 46-й. Сейчас очень удобно, да. Вообще, конечно, очень зря, что отменили его в свое время, потому что отсюда, вот, честно говоря, кроме 59-й маршрутки, вот так, которая бы часто ходила, ничего не ходит. И поминаю вот тоже 20-й, вот, да, 46-й, вот, что автобус, он же тоже только в основном утром и вечером и в определенное время. То есть нужна обязательно маршрутка 59-й в том числе. Напомним, также новые СИМАЗы работают на маршруте номер 30, который следует от Центробанка до проспекта Сурова в Новом городе. Современные городские автобусы среднего класса укомплектованы системой видеонаблюдения, электронными маршрутоуказателями и другими полезными опциями. Анна Тищенко, Управда ТВ.